Телескоп-робот? Ну, какое-то новое поколение телескопов, очевидно. Можно как-то там трансформироваться. Хочется, конечно, сказать, что это телескоп, который еще может отстреливаться от кого-нибудь. Телескоп-робот — это огромная установка, которая как-то... Может быть, это какой-то ноудроид, который посылается на другие планеты, оттуда ему лучше видно там что-то, либо еще что-то. Ну, я не знаю, честно. Какой-то имеет свое видение оттуда, не знаю. Вот задача. Ну, значит, это может быть два варианта. Либо тот телескоп, который на какой-то другой планете, так сказать, находится, то есть там на Луне, на Марсе. А, возможно, его можно на какую-то другую планету отвезти, и он там будет какие-то обзоры делать самостоятельно. Либо на Земле какой-то телескоп, который будет автоматически что-то отслеживать, мне так кажется. Соответственно, сам, наверное, какие-то данные без человека может получать и анализировать. Сам может думать, сам может понимать, какую цель ему нужно в данный момент исследовать и какая цель более интересна для него.